Снимай, встреча через 40 лет. Угу. Через 40 лет? Нет, больше. Это было 69-й год. Он только поженился. Серега женился, выходился как раз. Да, да, Серега. У вас еще никого не было тогда, да? Только беременная. Как раз ради рожать. Ну, дело в этом, где мы еще ей принесли шоколадку, да яблоко купили. Убить-то нечего было. Нечего. Нечего. Да. В кафешку забежали молодежную. Вот и как ее. А, Володя, помнишь, как мы жили? В чем? Какой избе? Да, мы с вами с Борисом 8 лет жили в таком балке. А сейчас там, в этом месте, там вообще высотки. Ну ладно, высотки. Хватит, Сереж, потом... Всех покрути. Трамвай заодно. Ну, смотри, какая аллея красивая. Ага. Мы идем или стоим? Я прошу тебя, сумей забыть все тревоги дня. Пусть они уйдут, и, может быть, ты поймешь меня. Все, что я скажу, не знаешь ты, только ты тому вина. Понял я, что мне нужна, нужна одна лишь ты одна. Этот день нам вспомнится не раз, я его так ждал. Как мне хорошо с тобой сейчас, жаль, что вечер мал. Я прошу тебя, побудь со мной, ты понять меня должна. Знаешь ты, что мне нужна,
Нужна одна лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя.